Смотрят на небо в поисках ответов, считают студенты экономического факультета ЧГУ и готовят тут весну под названием «Созвездие». Какими звездами мнят себя экономисты и что же сегодня будет, пойдемте выяснять. Это какие ответы ищет эконом? Ответы на очень глобальные и всех интересующие проблемы. Давай, какие проблемы интересуют всех? Проблема любви, например. Не знаю. В чем проблема-то? Внимание, взаимопонимание, доверие, честность. Все самое прекрасное, что есть на Земле. Вот что мы ищем. Ответ, наверное, ищет каждый. И именно мы покажем, что в основном ищут люди в своей жизни. А ты вот что ищешь? Наверное, как и все, для меня самое главное – это любовь, семья. На этом разумные ответы закончились. Как оказалось, далеко не все знали тематику своей студвесны. Когда ищут ответы, смотрят на звезды. Написано в вашей группе ВКонтакте. Какие ответы ищете? Слишком сложный вопрос. Какие ответы вы ищете? Я не буду разговаривать. Не. Что такое созвездие? Почему созвездие? Это вопрос не ко мне. Созвездие почему? То есть это где-то на небе происходит действие или где? Нет, созвездие это... Давайте другой вопрос. Какая ты сегодня звезда? Я слайк просто. Были и те, кто стеснялся камеры и старался убежать от съемочной группы. Давай репетировать. Здесь прямо сейчас я не смогу. Нет. Экономисты не умеют петь. Какую песню исполняют сирены эконома? Твой голос не хочу. Ты не поешь, наверное, просто рот открываешь, да? Нет, пою, конечно. Давай, докажи. Нет. А ты вообще кто? Это вот есть сейчас куртизанка. Куртизанка? Куртизан. У нас сегодня такой секретный номер, это ТМФ, потом увидите. Что это такое? Это совместный чирлидинг. Не знаю, как объяснить. То есть это чирлидинг в форме номера. То есть это выглядит грандиозно, красиво. Мы кидаем девочек вверх, потом ловим их, потом еще раз кидаем, потом кидаем с конструкции. В общем, везде мы кидаем девчонок. Несчастные случаи были? Нет. Были. Всех девчонок, не всех девчонок поймали, да? Было такое. Ну, на экономии много людей учатся, да, незаметно половины. У нас девчонок много, есть кого кидать, есть что там. Почему ты в простыне? С бани пришел. Вы сегодня ходили слухи, что из общаги пропало белье. Это вот как раз эти простыни, да? Да. Что вы думаете? Мы всегда поем за сценой. Точнее... На сцене танцуете, да? Да. Мы всегда танцуем на сцене, поем за кулисами. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вата, магия цветов со льдом наших стаканов. Девочки, теперь покажите, что танцуете. Знаете, вот, по-моему, все-таки вам лучше петь на сцене. Нет? Что ты делаешь? Я раскладываю реквизит. Это что такое, рамки, да? Это щиты. Как это защищает? Так. А, это, то есть, а если так, я тебя ударю? А я вас так. У нас еще есть копье. Копье? Зачем копье? Ты что, Зена? Я, да, почти. Что смущает? Ну, я такая скромная. А почему ты поменяла свои доспехи на ткань? Так легче, просто они очень тяжелые доспехи, так легче. Это ничего же не защищает. Ткань же не защищает. Ну, так это же для танца. Буквально за пару минут до начала мы нашли главного героя. Он-то нам все и рассказал. Мне сказали, что ты главный человек на студвесне, очень занят, видимо, да? Да, один из главных. В чем твоя задача? Почему ты главный? Я главный, потому что, во-первых, мальчик на экономе. Во-вторых, я самый старый мальчик на экономе. Ну, почти самый старый. И, в-третьих, потому что я просто красивый. Какие ответы ищет эконом? Эконом ищет
ответ на самый главный вопрос. Реально ли в этом году наконец-то победить? Так реально? Само собой, конечно. Мораль студ весны то, что каждой половинке нужна своя половинка. Каждому мужчине нужна своя женщина и так далее и тому подобное. Вот да, как раз мужчине нужна женщина, эконому что нужно? Эконому кубок. А, и еще зрители, которым понравится все, весь концерт. А если выбирать между кубком и зрителями, что бы выбрали? Да, мы бы выбрали зрителей. Врешь? Нет. Врешь. По глазам вижу, врешь. Последний раз экономический факультет выигрывал кубок аж 8 лет назад, в 2010 году. И то тогда ребята делили первенство с командой Техи. На этот раз они во что бы то ни стало решили победить и усилились талантами со стороны. Ты какой-то снеговик межгалактический. Ну да, почти то же самое, древнегреческий полицейский. То есть ты считаешь, что в Древней Греции полицейские выглядели так, в юбках? Ну, наверное, да, если я так одет. Они какая-нибудь звезда? Ну, сначала просто обычный полицейский, а потом самый главный человек нашей страны. Дорогие друзья, сегодня студ весна пройдет на все 100%. Обещаю. Откуда? С актерского я. С Москвы. Эконом, я смотрю, на все пошел, да, чтобы выиграть студ весну. Сколько тебе заплатили? Ролтоном. Ролтоном? И ты повелся в Москве, как так сложно, да, все? Да, просто там приходится выживать в Москве, и здесь как-то... А за какой ролтон ты продал? За какой? Каким вкусом хотел? Ну, я хотел с креветкой, их давно уже не выпускают, и поэтому пришлось с курицей, да. Выступайте за ролтон. Чевош, пьянь, чевош, пьянь, чевош, пьянь, чевош, пьянь. Так клево. Новое музыкальное звуковое оформление, может быть, у нашего канала скоро появится. Ты танцевать умеешь? На экономе то все танцуют по головам. Ну, да, умею. Давай, 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 давай. Что? Как? Давай, если мы... Слушай, ты еще, наверное, хорошо дебет с кредитом сводишь, да? Что это? Что скажу? Ну, ты же экономист, ну. Нет, я не экономист, меня пригласили. То есть я закончил вообще... А я-то думал, на экономии такие таланты. Факультет радиоэлектроники. Нет? Нет. Ну, вообще есть, как бы. Но нет, на самом деле нет. Команда «Эконома» всегда славилась танцевальными номерами. Массовые, сильные, хорошо отрепетированные постановки считались фишкой факультета. На этот раз команда «Эконома» соединила танец с черлидингом. По сюжету амазонок предали мужчины с другой страны, и воинственные девушки пытались им отомстить, наслав шторм на корабль беглецов. Красивые костюмы, подходящие декорации и необычный формат выступления. Этот номер стал, пожалуй, самым запоминающимся в созвездии. В этом году экономисты решили удивлять не только танцевальной составляющей. Студенты показали и несколько вокальных номеров. Почти 50 минут концерта, и амазонки уже помирились с представителями сильного пола, даже несмотря на многовековую вражду. Уже по традиции студ весен этого года в финале все хорошо. У нас прям вообще вау, прям мандраж такой, адреналин, все вместе.
потрясающие эффекты были. Девочки-гимнастки, которые на самом деле взлетали на 3-4, а то и 5 метров вверх. Это восхитительно на самом деле. Пять факультетов уже выступило. Осталось еще три на очереди команды «Цехи». Чем они